Всем привет, с вами компания Мегаспорт, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами будем говорить о кроссовках Nike Air Max. Впервые эта модель была разработана в 1987 году, когда инженеры NASA совместно с дизайнерами Nike предложили вставить сжатый газ в промежуточную подошву. С тех пор эти кроссовки стали популярны не только в мире спорта и хип-хоп-культуры, но и также в повседневной носке. Данная модель обладает отличным кожаным верхом, поэтому она будет хорошо смотреться в демисезонный период и удачно защитит ваши ноги от влаги и прочих неприятностей окружающей среды.